загрузка сорта Джерминия. Можно видеть 9-й подвой. Вот такие вот плоды. Я красивее, наверное, в своей жизни не видел яблоко, как этот сорт. Вот можно видеть загрузка какая. Такие вот красавцы. Просто класс. Наверху, если можно видеть. Реально черные плоды висят. Вот далеко показываю. Солнце плохо видно. Классно. Всем привет. Сегодня у нас 16 сентября 2019 года. Показываю вашему вниманию такой новейший сорт на Украине и в моей коллекции Джерминия. Вот такие вот красавцы. Такие красавцы яблоки. Вот я натер яблоки, просто чудесные. Французская селекция. Получается клон сорта Early Red One. Эрован. Мутация сорта Эрован. Такие вот красавцы плоды. Гляньте какие. Сейчас покажу полностью плодоношение этого сорта. Сорт в фазе изучения в саду. То есть мы за ним наблюдаем. В том году были первые сигнальные плоды. Плоды были высочайшего качества. Вот можно видеть товарность просто этих плодов на высоте. Просто класс, круто. Все плоды крупные, весом около 250-300 грамм. Сорт зимний. Срыв плодов будем производить на днях. Вот я решил снять видео, чтобы показать потенциал плодоношения. Сорт, привитый на М9 подвой. Саженцу, вот это третий год от посадки. Такие вот плоды. Красивые. Можно видеть полуспуровый сорт. Еще раз говорю, новинка на Украине. Им как бы много кто торгует, но вот на самом верху гляньте какие цвета. Но я вряд ли уверен, что это у них сорт в сорт, потому что много сортов брал и Red Cup оказались пересортом. То есть у некоторых источников, ну, есть у нас и Red Cup проверенный уже в этом году, первые сигнальные плоды, и Джеремини. И Early Red One, тоже сниму видео, покажу. Это у нас Джерминия. Вот такая вот красота. Можно видеть. Есть черенки этого сорта в большом количестве. И на зимнюю прививку, и на летнюю окулировку будет. То есть, кого заинтересовал сорт, можете обращаться, заказывать. Без пересорта, сорт проверенный. Такие вот красавцы. Вот какие плоды. И сейчас покажу этот же сорт. Это трехлетний саженец. Вот дал плодоношение. Вот такое. И сейчас покажу двухлетний саженец. Тоже вот такого вот сорта. Дал 4 плода. Какие крупные плоды. Вот двухлетний саженец. Дал 4 крупных плода. Вот так смотрится он. Тоже очень блестящий. Вот обтертое яблоко можно видеть. Вот дал 4 сигналки. То есть быстро входит плодоношение. На второй год на М9 подвое можно получить уже первые вот такие шикарные сигнальные плоды. Так, сегодня у нас 1 октября 2019 года. Вот хочу попробовать яблочко Джеремини, продегустировать его в данный момент. И потом уже продегустирую его конкретно после Нового года, какой у него будет вкус. Уже в том году было 2 плода, мы их, мягко говоря, не распробовали толком. В этом году побольше. Вот хочу в данный момент продегустировать и потом.
Сейчас посмотрим, какой вес у яблока. Так. 270 грамм. Где-то пошкрябанное было. Такое вот красивое яблочко. Поменьше. 173. Такое вот имеет вид. Вот крупное яблоко вообще. Можно видеть такое. Грубо 340 грамм. Шикарное. Видон, конечно, у него класс. 170. Триста грамм. Очень на желтом цвете можно видеть, какой цвет у этого сорта по сравнению с голденом. Вот такой это крас, очень красивый. Так, давайте тут еще посмотрим, какой вес. 249, 250, 209. То есть я заметил, плоды первосигнальные могут быть чуть-чуть не такой формы. То есть чем яблоня становится старше, тем больше у нее может вытягиваться вот тут вот чуть-чуть жопка. Вот это очень сильно я заметил на Star Crimson на сорте. То есть первые плодоношения, первые 3 или 4 года плоды были вообще не такой формы, как вот в данный момент. Удлиненные, я покажу тоже в этом году. Такие необычные, такие интересные плоды. Так, вот это вот Джеромини. Сейчас попробуем, разрежем, какой у него вкус. Так. Вот это возьмем, яблочко разрежем. Видно, что сочное. Хотя ему по-любому нужно полежать. Вот такая цвета мякоть у него сейчас. Зеленоватая. Сейчас откусим, попробуем, продегустируем в данный момент. Яблоко сладкое, с таким ароматом интересным, хотя ему еще лежать и лежать. Но в данный момент вкус отличный, сладкое, без кислинки. Может быть, легенькая какая-то, но не ощущаешь. Очень приятный, отчетливый аромат. Я даже не могу сказать, я такого аромата не чувствовал именно в яблоках. Свой аромат, я скажу, свой аромат яблок. Классный, вкус классный. Мне очень понравился. Короче, я советую этот сорт всем. Этот сорт сейчас интенсивно начинают засаживать в садах. То есть сорт без периодичности, хорошо плодоносит, товарный, урожайный, вкусный, сладкий, зимний сорт. Как он лежит в подвалах в обычных, сказать еще не могу. В камерах лежит отлично до весны, даже до конца весны, в газируемых камерах. В подвале вот будем проверять, смотреть, как он себя покажет. Черенков этого сорта много, есть на зимнюю прививку. То есть кого заинтересовал данный сорт Джеромини, обращайтесь. Есть на продажу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.